Всем мое почтение, друзья. И сегодня 16 апреля 2022 года я в Киеве, на Майдане, в самом центре моей родной страны. Всем тем, кто за Украину, всем тем, кто поддерживает Украину, с Казахстана, Азербайджана, с других стран, с Грузии и со всех стран мира, которые поддерживают, всем людям доброй воли я передаю привет и благодарность за то, что вы поддерживаете мою страну. Храни вас Господь Бог и низкий поклон вам.